Пошли, пошли, пошли! Занять здание! Черт! Убить его! Все тихо. Сектор чист. Враг не обнаружен. Все чисто. Держу позицию. Я уже видел убежище, но времени у Розы не оставалось. Нужно было спешить. Что еще такое?
И эта штука работает? Я видел, как она за пару секунд прожарила упыря до костей. Эта хрень творит чудеса. Тогда я хочу поскорее найти кого-нибудь из этой нежити и опробовать эту штуку на нем как следует. Ага, подходи по одному. Эрик! Эрик! Ты еще здесь? Охотники прорвались и захватили убежище. Мне удалось спрятаться, но... Эй! Кажется, здесь еще одна! Похоже, они меня нашли. Роза? Черт, держись! Я сейчас буду. Я не пойду. И не мечтайте. Я уже давно здесь живу. Это мой дом. Я не пойду. У меня есть права, и я гражданин. Ну, наконец-то заткнулся. Thank you.
вижу вампира! Путь в убежище вел под землю через старый подвал. Я надеялся, что еще не поздно. Боль вернулась. Хуже уже быть не могло. Надеюсь. Все хорошо, Эрик. Все хорошо. Боль только в твоей голове. Торопись, Эрик. О, конечно, я потороплюсь. Лифт доставит меня в подвал убежища. Оттуда до кабинета Розы я смогу подняться по лестнице. Лестницу, похоже, разрушили во время штурма. Город до сих пор не оправился от последствий вчерашних атак. Мэр обещал мобилизовать все возможные силы на поимку злоумышленников. Первым пострадал музей Хардинга, следом за ним башня Геофордж, а потом этим утром и казино Атлантида. В настоящее время власти не комментируют случившееся. Представитель города заявил лишь то, что полиция разрабатывает несколько версий. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ Радио. В кабинете Розы все было разворочено. Мебель была разбита вдребезги, окно выбито, судя по всему, градом пуль. Но Розы здесь не было. Я надеялся, что не увижу Розу под окном. Нужно было проверить. Сэр, база подтвердила прием пленных. Хорошо. Что с дверью? Пока ничего, сэр. Саперы уже в пути. Отлично. Розу похитили, наверное, как и других вампиров.
Нужно было их найти. Но сначала нужно было заняться нападавшими. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ Радио. Дверь на танцпол была перекрыта. Не пройти. Одна из близняшек Крюгер лежала, изрешеченная пулями. Я уже не мог ничего сделать. Надеюсь, Розе помочь еще не поздно. RF Radio. Вопреки ночным атакам, есть и хорошие новости. Несмотря на сильный ливень, пожарным и добровольцам удалось укрепить дамбы и привести их в стабильное положение. Поступило несколько сообщений о затоплении фундамента. Вся вода была выкачана в течение нескольких часов. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ. В кабинете Розы все было нужно. Пока ничего.
Я остался один. Охотники на вампиров напали на убежище, оставив лишь руины. Никаких следов и зацепок, одна лишь слабая надежда. Розу похитили, а с ней остальных. Это означало, что они еще живы. Возможно. Обдумывая дальнейшие действия, я услышал слабый шум. Попытавшись найти его источник, я заглянул под сломанный стол. Приемник GPS. Похоже, Роза успела прихватить с собой маячок и включить его. Я взял приемник и поспешил за сигналом. Надеюсь, еще не поздно. След привел в город к обнесенному стеной комплексу. Криогеник. Название показалось знакомым. Кажется, я видел их рекламу. Возможно, компания была лишь прикрытием для охотников на вампиров. Но это не имело значения. Нужно было найти Розу. Войдя на территорию Криогеник, я понял, что оказался в нужном месте. Комплекс охраняли солдаты в экипировке охотников на вампиров.
Нужно было попасть в здание. Именно туда увезли Розу и остальных.